Коррупционных эпизодов стало меньше, отчитываются сотрудники прокуратуры. В этом году зафиксировано 748 нарушений закона, в прошлом больше 900. Внесено 438 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 338 должностных лиц. К административной ответственности привлечено 24 юридических лица, ну и должностных лица, в большей степени, конечно, юридических. Направлено 5 материалов, по результатам рассмотрения которых возбуждено 4 уголовных дела. Традиционно больше всего нарушений в сфере предоставления данных о доходах и расходах муниципальных служащих. Выявлено 262 нарушения. 86 должностных лиц понесли дисциплинарное наказание. При проверке прокуратуры области в департаменте здравоохранения Ивановской области было выявлено, что 10 руководителей учреждений здравоохранения не представили достоверные сведения о доходах за 2017 год. Мы внесли представление, соответственно, 10 должностных лиц были наказаны дисциплинарно. Следит прокуратура и за доходами муниципальных служащих. Яркие примеры – дело Илюшкина и одного сотрудника МВД, который приобрел помещение, превышающее по стоимости трехлетний доход его семьи. Всего в этом году выявлено 12 таких эпизодов. Взятки продолжают брать и давать, причем сотрудники прокуратуры составили примерный портрет мздоимца по роду деятельности. Есть 5 сотрудников правоохранительных органов, 3 преподавателя – и 4 муниципальных служащих. Вот таков субъектный состав взяточников у нас в этом году. Выборным должностным лицом совершено лишь одно преступление в этом году. Это глава одного из сельских поселений совершил получение взятки. В судах рассмотрено 45 дел по факту взяточничества, что ниже, чем в прошлом году. Фактов становится меньше, но встречаются и курьезные случаи. В этом году одному муниципальному служащему перевели деньги в качестве платы за услуги через онлайн-приложение банка, что бесспорно облегчило работу прокуратуры. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.